Никаких ограничений, никакого контроля. Каждый седьмой московский дошкольник сталкивается в интернете с тем, что видеть точно не должен. Речь о порно, насилии, грубости и прочих фото- и видеоматериалах, ограничения для которых 18+. Об этом рассказала директор фонда содействия развитию интернета. Она пояснила, что сегодня почти 80% московских детей в возрасте до 6 лет пользуются сетью, третьи вовсе проводят в интернете до 8 часов в день. Планшеты и телефоны в руки малышам дают, чтобы дети просто не мешали взрослым, и при этом родители не контролируют, что именно смотрит ребенок. С каждым годом знакомиться с интернетом дети начинают все раньше. В 2010 году это было 10 лет. Вот. В 2013 году у нас получился четкий возраст 9. Вот. А в прошлом году мы проводили исследование на дошкольниках. Вот, и у нас уже возраст этот снизился. То есть от 4 до 7 лет 80% детей так или иначе вот, заходят в сеть.